Друзья мои, всем привет, всем доброе утро. Сейчас 7:32 утра, суббота. Хочу вам презентовать видео про 5-литровый кубик у меня на работе. Вот, и пока есть момент рассказать, что зацвела буцефаландра в нем. Это очень круто. Сейчас я включу свет, потому что у меня тут уже появился даже таймер. Все, в общем, по-серьезному уже. В общем, смотрите. Вот. Вот так. Сейчас он выглядит. Буцефаландра тут, по-моему, это Silver Powder, но я могу ошибаться. Я ее забрал с своей этой аквафирмы, поэтому я не уверен. Ну, по-моему, она. По креветкам, как видите, вот одна креветка выползла, Blue Dream. Их тут 5, все живы-здоровы. Подмена воды здесь происходит просто, где-то вот на таком уровне я сливаю воду, заливаю новую с крана. Возможно, переведу на осмос, там дальше будет видно. Отдельное спасибо за вот этот грунт Сереге из Запорожья. Я ссылочку на его канал оставлю в описании или же в видео, в общем, как получится. Когда буду загружать это видео, где-то ссылка будет на его канал. Скорее в описании, так будет проще найти. Вот. Из... Серега, спасибо тебе. Спасибо большое. Крутой грунт. Это GBL Monada. Значит, по... Что такое? Стабилизатор, что совсем неправильно работает. Значит, по растениям. Тут буцефаландры. Один вид, теперь будет два вида. Я принес Калакуян один, свою любимую буцефаландру. Я ее сейчас туда помещу. Она маленькая, декоративная, будет красиво. Вот. Есть тут, у нас тут что-то плавает на поверхности, типа ряски. Вот. Лава, компрессор, простой свет. Все. Ничего не добавляю сюда, я не добавлял никаких... там удобрения и прочего. Это что ж такое? Хотел как лучше стабилизатор взял, а он что-то выделывается. В общем, что, принес еще я пинцетик сюда, для того, чтобы мне было удобно там лазить, поправлять камушки и прочие дела. Вот. Ну, вот и все по этому аквариуму. Вот такие вот дела. Думал сюда поставить навесной фильтр, даже не думал, я его поставил, но вот это журчание воды прям тут мне оно напрягает, не нравится, и я его убрал. Внутренний фильтр, ну тут вообще просто его некуда, просто некуда, поэтому тут, наверное, будет только аэрация и все. Хотя, может быть, что-то со временем придумаю, может, какой-то внешник. Вот так это выглядит сбоку. Прошу прощения, но что-то стабилизатор совсем ему очень плохо. Не знаю, с утра, что он не слушается. В общем, ребята, вот такой аквариумчик. Если есть какие-то у вас пожелания, комментарии, конечно же, оставляйте их, конечно же. Вот, мне приятно будет. Вот, это помогает развивать мой канал. Вот, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Любая активность на канале приветствуется. Вот, и спасибо, что смотрите. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Кто досмотрел до вот этой четвертой, там почти пятой минуты, спасибо вам.
И еще раз хочу попросить всех, кто заходит на канал, гостей канала, может, тех, кто смотрит чаще, подписывайтесь. Очень, очень много, у меня 80% без подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ну, собственно, все. Буцефаландра цветет, креветки все нормально ползают, одна только вылезла. Вот. Второй вид буцефаландры будет сейчас сюда доставлен. Ну и все. Через недельку посмотрим результат, как это будет выглядеть. Все. Всем пока-пока. Хорошего дня, хороших выходных и всего самого хорошего.